На портале «Путеводитель по Московской области» стартовал первый конкурс. Посетители интернет-ресурса выбирают самый привлекательный в столичном регионе туристический маршрут. Разумеется, есть чем удивить путешественников и нам. Знакомство с городским округом Мытищи его гостям предлагают начать с посещения театра драмы и комедии «Фест», аквапарка «Кваквапарк» и московскую пивоваренную компанию. Тот, кто любит неспешный отдых, может насладиться красотами зеленых зон и водохранилищ, которыми изобилует наш край. По словам организаторов, голосовать можно только за одно направление, самое любимое и самое хорошее. С одного IP-адреса принимается один голос. И голосование у нас продлится до 12 часов 19 ноября, это будет воскресенье. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все наши жители очень дружно проголосовали за наш любимый городской округ. Туристические маршруты, за которые проголосуют больше всего посетителей интернет-ресурса, будут описаны на портале «Путеводитель по Московской области» более подробно. Так жители и гости столичного региона смогут включать самые интересные достопримечательности в план своего путешествия. Ну и, конечно же, мы, как и любой муниципалитет, ждем к себе в гости туристов. Поэтому хотелось, чтобы не только наши жители, но и жители московского региона приезжали к нам на экскурсии. Напомню, поддержать городской округ Мытищи может каждый, оставив свой голос на портале «Путеводитель по Московской области». Его адрес – welcome.mosrec.ru. Итоги организаторы конкурса начнут подводить в воскресенье, 19 ноября, после 12 часов.